Четыре дня в Гаване звучали песни в исполнении эстрадных певцов социалистических стран. Своеобразие этого конкурса эстрадной песни заключается в том, что членами жюри являются зрители, которые могут назвать победителем только одного из участников – исполнителя кубинской песни. По традиции, победитель предыдущего года приглашается для выступления в программе следующего фестиваля эстрадной песни с сольным концертом. Зрители тепло встретили призера прошлогоднего конкурса советскую певицу Роксану Бабаян, которая, блестяще исполнив песню кубинского композитора Рэмберта Эгуося «Кто-нибудь придет», как бы на мгновение вернула праздничную атмосферу «Гала-82». Тепло было принято выступление венгерской певицы Юдит Сюч, которая покорила взыскательных кубинцев своим обаянием и исполнительским мастерством. Высокой оценки зрителю достоились румынский певец Нику Поп, певица Чехословакии Петра Хану. Переполненный зал театра взорвался аплодисментами, когда прозвучали последние слова песни композитора Сильвио Родригеса «Тому, кто заслуживает любви» в исполнении советской певицы Розы Рымбаевой. Этот момент и определил победителя «Гала-83». Во второй раз советские исполнители завоевывают приз фестиваля. Овациями встретила публика сообщение о том, что пятый юбилейный праздник эстрадной песни в Гаване откроет советская певица.